Моя голова! Какой удар! Моя память! Что со мной произошло? Я узнаю, где я и что я здесь делаю. Или я не Мишель Ардан? Похоже, при взлете шок испытал не только я. Кажется, этот человек без сознания. Посмотрим. Я уверен, что знаю его. Это Барбикен, президент пушечного клуба и основатель проекта «Колумбиана». Балтимор, 5 октября 1865 года. Барбикен, президент пушечного клуба, предлагает проект, достойный 19 века. Построить гигантскую пушку, способную поразить невероятно далекую цель. Газетная вырезка. Эй, это же статья обо мне! Мишель Ардан, известный французский искатель приключений, вызывается отправиться на Луну в алюминиевом снаряде, построенном президентом Барбикеном. Человек без сознания. Я узнаю его. Это капитан Николь, знаменитый инженер. Капитан Николь, специалист по бронированным покрытиям, славится своим соперничеством с экспертом-артиллеристом Барбикеном. Николь утверждает, что проект пушечного клуба неосуществим. Разъяренный Барбикен вызывает Николя на дуэль. Мишелю Ардану удается помирить Николя и Барбикена. Так как вы готовы рискнуть жизнью, говорит он, отправляйтесь со мной. Только так вы сможете узнать, кто из вас прав. И в конце концов, пушка заряжена снарядом с 3 людьми на борту. Боже мой, это же Земля! Я в открытом космосе! Мощный взрыв помогает снаряду преодолеть земное притяжение. Цель — Луна. Все пассажиры на борту теряют сознание. Теперь я все вспомнил. Пушка, снаряд. Мы в самом деле покинули Землю. Невероятно! Мы действительно летим на Луну. Николь, Барбикен и я. Кажется, я первый пришел в себя. Нужно разбудить остальных. Что это за темное пятно? Мой друг ранен? Мишель Ардан быстро приподнимает одеяло, которым накрыт его друг. Боже мой! Я думал, что Барбикен просто без сознания, но он... Он мертв! Его убила не перегрузка при взлете, но выстрел в сердце! Что произошло? Я должен разобраться в том, что здесь случилось. Это последнее письмо, которое мой друг Барбикен
написал мне: «Мишель, судьба решила так, что Николь и я очнулись раньше тебя. Вскоре мы поняли, что из-за трагической небрежности кислорода не хватит на троих. Письмо порвано. Одной части не хватает». После вызванного взрывом шока первыми приходят в себя Барбекен и Николь. Пока Ардан лежит без сознания, они обнаруживают, что в результате допущенной ими ошибки кислорода не хватит на троих. Выжить может только один. Мне стыдно снимать цилиндр с моего дорогого друга. Возможно, мне следует положить его обратно. Этого у меня достаточно. Монография о лунных символах. Я заберу эту интересную книгу с собой. Я задыхаюсь. Я должен что-то предпринять, иначе все пропало. Кажется, дышать стало легче. Разрезав шляпу Барбекена, я нашел за подкладкой письмо, подписанное Диана. Наверняка это личное письмо, раз мой друг решил спрятать его так тщательно. Посмотрим. Сэр, я не буду искать моему поведению оправдания, но меня одолевает горячее желание посетить Луну и встретиться с ее жителями, которые существуют. Я знаю это наверняка. Когда выяснилось, что такое путешествие возможно, я решила сделать все, чтобы принять в нем участие. Это путешествие было для меня важнее всего на свете. Да, я мечтала о том, что вы полюбите меня и что я полечу на Луну вместе с вами. Когда я поняла, что это лишь моя фантазия, я попыталась соблазнить капитана Николя вам назло. Я хотела, чтобы он спрятал меня на борту. Но Николь оказался таким же упрямым, как и вы, и у меня не осталось ничего, кроме стыда. Я очень надеюсь, что вы простите меня. Я умоляю вас держать мое признание в секрете. Если мое признание попадет не в те руки, моя репутация будет уничтожена. Прощайте, сэр. Пожалуйста, когда вы будете на Луне, вспоминайте о той, которая так хотела отправиться вместе с вами. Значит, это Диана пыталась соблазнить сначала Барбекена, а затем Николя в надежде попасть на Луну. Бедная девушка. Иногда сердцами людей движут странные устремления. Между Барбекеном и Николем существует давняя вражда. Более того, у обоих найдены письма, свидетельствующие о том, что их обоих любила одна и та же женщина, некая Диана. Хватит ли этого, чтобы едва потушенное пламя вражды разгорелось вновь? Гипотеза о споре из-за женщины не выдерживает пристального рассмотрения. Письмо, найденное в шляпе Барбекена, свидетельствует о том, чтобы мужчины отвергли ухаживание Дианы. Надо же! Следы на бокалах свидетельствуют о том, что Барбекен и Николь пили вместе. Барбекен и Николь поднимают бокалы, чествуя друг друга. Судя по запаху, в этом бокале было превосходное вино. Мне не стоит трогать этот бокал. Я чувствую, что к букету вина примешивается горечь. Это одеяло могло бы послужить моему другу саваном. Если бы у меня была веревка, я бы завернул его в одеяло и обвязал.
Тогда бы я мог оставить тело в космическом вакууме. Если океан служит могилой моряку, то нет никаких сомнений в том, что гробницей межпланетного путешественника должен стать космос. Николь не дышит. Он мертв, как и Барбекен, но на нем нет никаких ран. Я потерял обоих друзей. Я здесь совсем один. Винтовка пахнет порохом. Из нее недавно стреляли. Выстрел Николя убивает Барбекена. Достойная смерть для президента пушечного клуба. Придя в сознание, Ардан сперва полагает, что Барбекен и Николь упали в обморок после старта. Вскоре он узнает, что оба его друга мертвы, и клянется выяснить, что с ними случилось. От Николя исходит странный запах. Запах горького миндаля. На борту снаряда происходит ожидаемое, но все же нарушающее привычный порядок события. Снаряд достигает точки, в которой сила притяжения Луны нейтрализует силу притяжения Земли, и Мишель Ардан начинает парить в воздухе. Поначалу приятно удивленный этим ощущением, наш герой замечает, что бак с калием приоткрыт. Боже мой, гидроксид калия собирается в пузырьки и разлетается. Я должен собрать жидкость, иначе когда период невесомости закончится, она прольется повсюду. Я должен поймать все пузырьки калия. Мишель Ардан поймал последний пузырек как раз вовремя. Период невесомости подходит к концу. Он возвращает калий обратно в бак и герметично закрывает его наскоро сооруженной крышкой. Уровень углекислого газа понижается. Бак наполнен калием и закрыт. Мне больше не придется беспокоиться по этому поводу. Исчезновение невесомости указывает на то, что снаряд приближается к Луне. Если все идет в соответствии с планом, вскоре Ардан совершит посадку. Я рядом с Луной. Я чуть не задеваю ее поверхность. У меня все получится. О нет, я промахнулся! Я ничего не вижу. Я лечу над темной стороной Луны или удаляюсь в бесконечный космос. Нет солнца, нет тепла. Ну хорошо. Весьма вероятно, что моя капсула летит в открытый космос. Но не будем думать о грустном. Что мне грозит, кроме смерти? А ведь смерть — это просто еще одно путешествие. В этой бутылке находится дезинфицирующий лосьон, содержащий цианид. Он пахнет горьким миндалем. Такой запах характерен для этого яда. Николь проглатывает цианид, быстродействующий яд с запахом горького миндаля. Должен ли я просмотреть бумаги моего друга? Это нехорошо. Но, возможно, я найду в них ключ к разгадке. Это бумажник Николя. Интересно, что в нем. Так вот как выглядит любовное письмо. Мой храбрый капитан, все мои мысли только о твоем путешествии. Если бы ты захотел, да, если бы ты только пожелал, мы бы отправились к звездам вместе. Подпись Диана. Yeah.
Кажется, дышать стало легче. А вот и петух, которого я тайком протащил на борт. Я совсем забыл про него. Этого красивого представителя отряда куриных я спрятал под скамьей, чтобы подшутить над Николем и Барбекеном. Оказавшись на Луне, я бы выпустил птицу на свободу, ничего не сказав моим друзьям. Как они были бы поражены, увидев земного петуха, сидящего на лунной вершине. Друг мой петух, я смотрю, ты освободился от веревки, которую я привязал к твоей лапе. Очень хорошо. Тебе больше не нужно прятаться. На борту мы совсем одни. Клочок бумаги, порванный и обугленный. Выстрел пугает петуха, которого Мишель Ардан спрятал на борту. Перепуганный петух отрывает часть письма, которое Барбекен держит в руке. Бумага загорается, попав в пламя газовой горелки. Если слегка нагреть обугленную бумагу, на ней проступают ярко-красные буквы. У меня в руках вторая половина письма Барбекена. Обнаружив, что запасов воздуха хватит только на одного человека, Николь и я пришли к решению. Мы вместе отправимся в мир иной. Случилось так, что полет на Луну совершит только один из нас. И мой храбрый Ардан, этот человек — ты. Мои отважные друзья, они пожертвовали жизнью ради меня. В минуту опасности нереальные невымышленные разногласия не могут помешать двум достойнейшим представителям своего народа выполнить свой долг. Барбекен и Николь решают пожертвовать собой, чтобы Мишель Ардан мог достигнуть Луны. Барбекен решает умереть от пули, а Николь — принять яд. Перед смертью двое выпивают по последнему бокалу вина. Николь подмешивает цианид в свой бокал вина. Подразумевается, что Николь застрелит Барбекена, а после ляжет и станет ждать, пока подействует яд. Последовательность событий полностью восстановлена. Мишель Ардан завершил свое расследование. Мне пришлось разбить эту бочку, чтобы открыть ее. Ну что же, теперь я могу выбросить тело в космос. Нельзя открывать. Мишель Ардан отправляет тело своего друга в открытый космос. Ага, кажется, дышать стало легче.
Это великолепное вино, но после смерти моих спутников мне не хочется его пить. Может быть, я выпью бокал после того, как приземлюсь на Луну. Ослепительная вспышка привлекает внимание Ордана. Взрыв метеорита освещает скрытую сторону Луны. Метеор изменил траекторию полета снаряда. Снаряд начинает спуск к лунной поверхности. Снаряд падает слишком быстро. Он перегружен. Мне нужно уменьшить его вес. Ордан сумел снизить скорость. Снаряд успешно садится среди гор в круге, покрытом странным синим снегом. Снаряд скользит и катится по склону ледника. К счастью, этот неприятный спуск заканчивается на самом краю пропасти. Снаружи темно и тихо. В горах все еще ночь, но скоро начнется лунное утро. Ордан открывает дверь снаряда, но тут же закрывает ее. Снаружи нет воздуха. Значит, на Луне нет атмосферы? Ордан не может поверить в это. Он проделал такой долгий путь не для того, чтобы оказаться запертым в алюминиевой тюрьме. Ну вот, первые лучи солнца проникают к подножию гор. Синий снег тает. Кстати, а снег ли это? Нет, это замороженный воздух, который тает в солнечных лучах. Атмосфера окутывает поверхность Луны все более толстым слоем, и растительность начинает расти с невероятной скоростью. Теперь я могу выйти наружу. Этого у меня достаточно. Это вино великолепно! Стакан воды. Стакан воды – лучшее средство, чтобы прочистить желудок. Эти консервированные продукты довольно вкусны.
Ура! Луна моя! Думаю, сначала я исследую этот кратер, куда меня занесла судьба, а затем попробую взобраться на гору. Эти растения окрашены в невероятно яркие цвета. Рассеянный свет, резкие запахи. Какое зрелище! Ни один поэт не мог даже представить себе что-либо подобного. Именно этот камень остановил мой снаряд на краю пропасти. Он похож на статую. Неужели на Луне есть разумная жизнь? Что я слышу? Насекомые? Куда пропал этот чертов жук? Я больше не слышу его. Этот камень заблокировал мой снаряд на краю скалы. Его заклинило. Понадобится рычаг, чтобы сдвинуть его. Этого у меня достаточно. Неплохо. Хочется заняться кулинарными экспериментами. Посмотрим. Я мог бы взять два разных лунных фрукта и приготовить их в одном горшке. Тогда их вкус смешается. Этого у меня достаточно. Опля! Я едва не полетел вверх тормашками. Мне не стоит забывать, что теперь я вешу в 6 раз меньше, чем на земле. Я могу совершать невероятные прыжки, но если буду неосторожен, то могу сломать себе шею. Этого у меня достаточно. Ну что, друг мой петух, ты рад, что мы долетели до Луны? Ну что? Я чувствую себя превосходно. Меня переполняет энергия. Мне так легко прыгать. Какой невероятный прыжок! Мне показалось, что я не прыгаю, а лечу. Должен быть способ успокоить это агрессивное растение. Осторожно! Если я пойду вперед, то неизбежно подвергнусь нападению. Этот символ легко понять. Я могу угадать значение этого символа. Наверное, это деньги. Лунные деньги. Немного плодородной почвы, вода. Так и хочется посадить что-нибудь. Было бы чудесно посадить на Луне виноградную лозу. Но я сомневаюсь, что она приживется. Я должен найти способ сделать ее более стойкой.
Я стою на монументе из темного камня в центре кратера, затянутого туманом. Какой невероятный пейзаж! Боже! Я узнаю этот кусок металла! Эта алюминиевая пластина защищала иллюминатор в полу моего снаряда. Вскоре после старта я открутил ее, но в космическом вакууме она продолжала двигаться параллельно траектории снаряда. Хотя я отделил ее от капсулы, она продолжала двигаться своим курсом и в конце концов упала сюда. Я мог бы найти все предметы, которые выбросил после старта. Стакан бы мне не помешал. Этого у меня достаточно. Этот предмет очень похож на телескоп. Это прорезь того же размера, что и лунные монеты. Эй, там что-то движется. На горе за облаками есть какое-то здание. Я не могу не побывать там. Для чего этот телескоп? Может, только для того, чтобы прибывшие на Луну туристы любовались пейзажем? Теперь я понимаю смысл надписи «Заплати и увидишь». Этого у меня достаточно. Ракушки! Значит, на Луне есть океан, или, по крайней мере, был. Я набрал немного этой мягкой почвы в раковину. Она производит впечатление плодородной. Мне уже хочется что-нибудь вырастить. Эта дверь — настоящая загадка. Рано или поздно я сумею преодолеть ее и открою все тайны, которые она скрывает. Странный инструмент. Думаю, что для работы этому органу нужны вода и воздух. Не работает. Нужно отыскать способ открыть водопровод. Не работает. Нужно отыскать способ открыть водопровод. Приятный ветерок. В комнате было душно.
Теперь я понимаю значение этого символа. Давление слишком низкое. Нужно отыскать способ открыть воздухопровод. Этого у меня достаточно.
Что это за существо? Кажется, это существо сильно нервничает. Ему это нравится. Этого у меня. Отлично. Существо успокоилось и больше не обращает на меня внимания. Эта дверь — настоящая загадка. Рано или поздно я сумею преодолеть ее и открою все тайны, которые она скрывает. Вероятно, существа на фреске принадлежат к расе, построившей здание, в которое я сейчас вошел. Любопытно. За исключением нескольких деталей, они похожи на то примитивное существо, которое я видел. Возможно, селениты выродились с тех пор, как создали эти фрески. Может, они одичали? Я хочу знать, что стало с лунной цивилизацией. Ни ворота, ни двери не удержат меня. Я преодолею все преграды и осмотрю гору, не упустив ничего. Я чувствую себя странно. Но надо же! Неплохо. Мне нужно заставить этот лифт работать. Сломанная машина. Смогу ли я починить ее? Это топливный бак. Мне нужно наполнить его, но чем?
В этой раме находилось параболическое зеркало, направленное в сторону Земли. Жаль, что оно разбито. В этой раме находилось параболическое зеркало, направленное в сторону Земли. Жаль, что оно разбито. Это топливопровод. Мне нужно заткнуть отверстие в этой трубе.